25 февраля на юге Кузбасса будет облачно, возможно, слабые геомагнитные возмущения. В Прокопьевске ночью -4, -6, днем -1, -3. В Осинниках ночью -4, -6, днем 2-4 градуса ниже 0. В Мысках ночью -6, -8, днем -1, -3. В Междуреченске ночью -5, -7, днем до -4. В Шерегеше ночью -5, -7, днем -4. Ветер до 10 метров в секунду. В Новокузнецке в пятницу ожидается переменная облачность. Температура ночью -4, -6, днем 1-3 градуса ниже 0.